Я отвечаю сразу на ваш вопрос. Я считаю, что вопрос не в том, сколько дней работают, а в том, что обсуждают. Вот вы сегодня сказали о тех информационных поводах, которые мы обсуждали совсем недавно. Вот представьте на секунду, вдумайтесь в то, что произошло. Человек, один человек, обладающий пистолетом, выстрелил другому в ногу. И наша прокуратура, не суд, а прокуратура не признала тому, которому выстрелили в ногу, его потерпевшим. И все это нормально сказали, решали, что этот, которому выстрелили, это агент Москвы. Наши полицейские перестреляли друг друга, 5 человек, совсем недавно, месяц назад. И провели служебное расследование, несколько человек рекомендовали там делать выговор. И тоже как бы об этом никто не говорит. Наша власть действует по принципу, вот я очень люблю футбол, таким языком засушить время. Вот коллега из коалиции очень четко сказал, что вот будет 19-й год, и в 19-м году, пожалуйста, будем разбираться. Каждый месяц власть делает, как в Одессе говорят, хэжем в отношении того, там, про коррупцию, с которой они борются. Они успешно ее давным-давно побороли. И каждый месяц эти теневые потоки идут туда, куда им нужно. Власть главного не делает. Она не обсуждает те вопросы, которые нужны для того, чтобы... Вопрос, одну секундочку. Вопрос урегулирования мира, то есть возвращения мира в страну, возвращения территориальной целостности. Никаких шагов, и в парламенте это не обсуждается. Мантры только у идут. У нас парламент не открывается. Мантры только идут в отношении того, там, врагов и так далее. Второй момент. В отношении уровня жизни наших граждан. В отношении уровня тарифов, в отношении той ситуации, которая происходит с курсом, вы сказали о Гонтареве, ничего этого не обсуждается. Эти темы гасятся информационно. От того, что мы будем заниматься, будем в 2 раза больше или в 3 раза больше заседать, вот очень правильно сегодня говорили, коалиции нет. Для чего им нужно столько свободных дней? Они там подбирают, договариваются. Посмотрите на все голосования. Ни по одному голосованию не было 226 голосов коалиционных, ни по одному. Те вопросы, которые проходили, вот о которых говорила коллега, там 245, это были те действительно более-менее нормальные законопроекты, за которые давали голоса другие фракции, в том числе и наши. Как только этого не происходило, никакой работы близко не было. Поэтому единственный выход из этой ситуации – перестать обсуждать. Вот вы знаете, опять же, тоже много говорится там о правах оппозиции, о этот парламент давно изнасиловал регламент, любые там нормы морали, любые исторические нормы в отношении того, что оппозиция всегда имела право контрольных функций, всегда имела право на определенные должности и так далее. Этот парламент рассказывает руководство парламента в отношении того, что они выполняют рекомендации Кокса, близко этого нету. Ничего не делают. То есть людей это не волнует. Люди просто не в состоянии больше выживать. И совершенно правильно говорит коллега, если 10 человек спросить, работает парламент, он скажет нет. О чем мы говорим?